Отлично. Мы въезжаем в метро. Я въезжаю, что это? Это станция Болстон. Мы находимся в Арлингтоне. И, собственно, сейчас мы поедем... Ух ты, Киндл. А, сейчас мы поедем в зоопарк. Куда поедем? В зоопарк. А, точно. Кто, смотри, Америка, ничего не работает. Вообще кошмар, развал. Боже мой, эскалатор не работает. Ужас, ужас, разруха. В стране разруха, ребята. Но все равно есть очень клево. А те, кто играл в Fallout 3, думаю, заметят сходство. Особенно этот сводчатый потолок. Здесь снимали Fallout 3. Да, здесь снимали Fallout 3. Станция Болстон. Ты что поешь? Не знаю, что там гимн какой-то. Имперский марш. Пам-пам. А, вроде это не имперский марш. Это просто тема. Имперский это пам-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 пам. Все, ништяк. Приехали. Нет, карточка. Туда-сюда. Нет, ребята пытаются положить карточку. Деньги на счет. Не, ну я в смысле согласен, мне сейчас что делать? Карточку вставляй. Нет, набирай базу. Деньги, сколько да ты... Да все, хочешь? Нормально, 20, жмешь, да, да. Теперь вставляй карточку. Куда? Туда. Сюда? Да. А какой с другой стороны? Магнитно... Да. Господи. Жми. Вот не русский. Это не прошло. Ну, ребята, ну... Давайте доходим сюда. Зайти. Давайте лучше послушаем, как Native American играет. Прикольно, чип. Здесь мы сейчас только что покушали. Сейчас двинемся в сторону зоопарка. Когда вот эти товарищи забычкуются, блин. Давайте бычкуйтесь уже. Я еще туда пойду. Куда? Туда. В Макдональдс. Зачем? Догадайся, сейчас прекрасно. А че сразу не пошел? Да я думал, не хочу, а потом передумал. Господь всемогущий. Вот эти два идиота сейчас только что согласились побеседовать с человеком из Гринписа. Мы их потеряли минут на 5, я думаю. Да, полюбасу. Да. Как бы зоопарк уже вот зебра он. Зебра большая такая. Да, это, кстати, очень широкая зебра, гляньте. Эти девушки из Гринписа предлагали спасти тигра. Я сказал, что не хочу спасать тигра. Алёша, как всегда, сказал, да, что вы хотите. Ну, как он сказал? What do you want? What do you want? Господи. О, глянь, уже спасли, что ли? Вы что, спасатели, уже спасли тигра? Там сказали, донат какие-то раз в месяц. Да, ну, мы решили что-то это. Чувствую, ей... А что же вы тигра? Все в карман положит и про тигра забудет. Да. Судя по животу. А, может, надо побежать из клетки вытащить, да? Это мы можем, да? Это да. Знал бы я такой расклад в детстве, воровал бы мою как с детства, да? Давайте спасем соседскую кошку. Всего лишь по 20 тысяч скинь, не. Так, мне кажется, надо сейчас карту украсть на входе. Что, за карту у нас не надо. Есть айфоном. А, карту? А, карта 2 бакса, нифига ж. Это донации. Это тупо там подъявка распечатанная? Нет, это донации в этом, так в зоопарке. Нет, карта 2 доллара. Да, мы же жадные люди, я не будем ничего. На 2 бакса скинемся? А пошли по полбакса? Посмотрим ее так, бесплатно. Да, давайте ее просто сфотографируйте. Конечно. У меня на айфоне уже есть. Петь, сфотографируй. Да, я же скачал. Вот русские, блин, пожлобы. Ладно, где мы? Че, кого будем смотреть? Лемуры вон есть. Лемур Айленд. А где мы? Трейд Кэтс. Так давай себя, подожди, найдем. Вот мы. Ну да, вон мы с Коннектикут зашли, да. Ну все, и идем по большой дороге. Конечно. Да, идем. Ты такой хитрый, и ты, Петя. Сейчас идите, я оттуда выходил, заблудился, блин. Ну отлично. Ой, гляньте, какая прелесть. Ага, вот. Какая-то скульптура. А я еще ходил. Тростник. Это школьный каникул был, блин, детей. Море.
океана. Это велостоянка типа? Да. В зоопарке велостоянка, господи. Это жесть вообще. Что за страна? Да ладно, у нас он на мехмате велостоянку. Ну да, у нас возле... Ты видел какие тут... Что? Тут возле каждого здания велостоянка. Да, возле понимаю. Университета, я думаю, там вообще крытые велостоянки внутри, потому что ты чё... Кстати, народу довольно-таки много. Ну, правильно. Воскресенье. А, это медведь? Да. Медведь? Где? Медведь. Вон там где-то. Где он? Вон. Тучка, Тузик. Кысь. Тузик. Кыса. Кстати, ушел. Может, это чудище хоть заморское? Ну, не суть. Это у нас... Пиггибэк бир. Это вот такой? Заметьте, полное описание, кто где живет, красиво с картинками. Бангладеш. Вот тут так принято. А вот что, нету такого Ростова? Нет, ну у нас есть, но более скудненько. Мишка от нас ушел. Мишка от нас ушел. О, кто-то там, наверное, есть. Или нет? Да, здесь. Здесь где-то... Homo sapiens. Где Homo sapiens? Да не знаю. Где. А, вон он, Миша. А, Мишка сидит. Миша. Что-то ему жарко. Миша. Тут разные интересные экспонаты, выставки, информация. То есть, вот, если смотри. Интересно, можно почитать. Где? То есть, полно информации, можно просто читать и читать. Ты нашел нас? А ты через Москву? Я летел через Москву. А почему так нельзя? А, дороже билеты были, а не через Сеул, там что-то. Не так много. Все спят. Правильно, что еще животным делать днем, да? Спать. Там мы, дураки, ходим, а они спят. Очень хорошая тут улочка, вообще шикарно сделана. Такие тропиночки, тростничок. Так, мы куда туда выйдем? Мы... Пойдем посмотрим там. О, смотри, смотри. Тут вон приятно вон пахнет. Вон, видишь, сколько? Где? Ух ты, кто это? Уточки? А, нет, это выдры какие. Сам-то уточка, господи. Бобрики. Не, это не бобры. Это не бобры, это выдры. Это выдры. Это выдры. Выдрочка. Резвятся. Да, вот им кайф. О. И все от людей подальше куда-нибудь. Видишь, стесняются. Стесняются, они тупо шугаются. Нифига, они там тащатся. А куда они? А вон еще. Выскочил. Сушатся, что ли? Вон еще один. Да, здесь им классно. Воняет, правда. Видишь, вот сюда? Вон, смотри, видишь? Ок, плавать прямо матно. Давай прыгать. Опа. Погнал такой. Не топнул. Красная панда. Красная панда. Здесь лисичка такая. Не, панда это дальше. Нет, это написано вот, вот панда. Где-то может здесь ее заметить. Но мне кажется, она где-нибудь в своей пещерке спит. Да, спит где-нибудь в пеньке. Не видно. Нету красной панды, зато у него классные условия. Шикарные, я бы сказал, условия. Ну да. А что там показывают? Да, там какие-то сладенькие. Какие панды. Вот, вот мы куда пришли. Никогда самых не видел. Здоровенные. Нифига себе. Слушай, а вот это у них классный загон. У нас в Ростове у них этот, осыпанная песком. Смотри. Сейчас еще поближе подойдем. Ой, можно лицо нарисовать, ребята. Сразу перестали все панды искать. Панды там очень. Кому нужна панда, если есть слоники? Да. Вон. Похоже. Большие змеи. Вообще удобно сделано, можно посмотреть, да? Там я. А, вон еще оттуда можно. Смотреть.
Ля собирает хуба там как поздно. Угу. А он на себя сейчас будет сидеть. Ага. Я он еще. Чай, чуток поснимал. Точно, глянь, на камеру позируй. Да полюбас. Что, не на камеру думать позируй? Конечно. Дальний ушел куда-то. Он хоба там в одну сторону, а хвостиком в другую. Да, и смотри, что он чешется. Он чешется, ему что-то там укусило. Красавец. Ну как бы уточки тут, конечно, не редкость. Видок небольшой. Но тут есть один мелкий, он очень клевый. Не, мелкий вообще клевый. Захавал чисто. Это, видимо, это, как он называется? За уточкой двое ухажера. Не он маленький ее. Утенок. Класс. Очень интересно, пойду. Так туда прям внутрь. Ребята с нами тоже ехали. Да что ж за... Кнопку случайно цепляю, у меня зум уходит вперед. Это чтобы птицы не вылетели? Да. Офигеть. Ух ты! Подожди, так это выставка? О, боже. Это бы вот в этом получается. Там внутри этого шатра. Вот спика сидит птичка. Птичка. Гуля-гуля-гуля. Гуля-гуля. Сейчас закукарекает еще, смотри. О, какая подплыла, смотри. Эть. А я что, я тут мимо проплывала, да? Но. Как бы не при делах. А вот для... Вот они, самые вон, прекрасные никого. Птицы, воробьи. Их тут содержат, наверное, разводят прям. Что, не видишь никого? Я тут никого не замечаю. Не, я тоже не. Да, наверное, спят все. Спят? Чуешь? Улетели на юга? На юга улетели, точно. В Африку. Инфограмм, но... Где фламинго обещанное? In another castle. In another castle. Sorry, Mario, but our princess is another castle. Кря. Кто умеет кряхтеть, чтобы они к нам подходили? Кря-кря. Утка, иди сюда. Ута. Кря-кря. О, она к тебе прям идет. Сейчас тебя захавает, смотри. Примедли. А ей что, она в развалочку тащится? Ну да. А вон, смотри, какая штука. Да, вон, это кряхтит, в принципе, с длинным клювом. Это она и кряхтит. Она не кругается матом. Типа, пока приехали тут. Мне кажется, она их троллит, да. Она их троллит прям. Ха, нифига себе.